I want you to work hard, because working hard is the only way you can become a good football player. There are no shortcuts in life, in anything, and especially in football. I'm here to help you with that. We're going to have some fun. Родился в рабочем районе и роста. Пацан то, что надо, и слесарь ударник. Он мирно трудился на одной из фабрик. Работал две смены, пахал что из бочи. И однажды ночью пацан рабочий, усталый, голодный, но гордый собой, пешком возвращается к себе домой. А дома ждал борщ, жена дурнушка. Потом пиво, кружка, перед сном порнушка. В кармане получка, и он справит подарки жене и детям, но тут из-за арки нарушил нахрапом его приятные мысли. Не прибит идти на здоровый, как гризли. И спросил другим голосом, будто сквозь влад. Ну что, козел, получил зарплату? Портали немало здоровым детям. Но этот был сведик, к тому же не один. Бочек было трое, все отлеты. Упругие бицепсы, рука кастеты. Ну деньги возьмете, позорные гады. Подумал, сидры шестого разряда. Эй, жали со мной на воске, братва. И достал широкий штанов, ключ на 32. Налетай, налетай. Налетай, налетай. Возбудился слесарь и потряс ключом. Атлеты в ответ лишь пожали плечами и стали выписывать дички ногами. А слесарю тоже ведь парень не промах. Как вынос вертуху в сандалях огромных. Атлеты струхнули, а фиг его знает. Пацан, как бывало, ништяк заряжает. А слесарь тут раз такой ход конем. И давай мочить главаря ключом. И вообще обнажил заводские наколки. И дрогнули в страхе позорные волки. И типа тягать, забрались спортсмены. А тут им навстречу ребята со смены. Их было немного, но где-то полцеха. Бандитов габает, рабочих потеха. Бьет, по болевым точкам, бьет, по заточкам, по бочке. Щелкнул по фигам на 245, колбаски, бандитам, колбаски, ребята. Отлеты бежали, лишь пятки свергали. Наши кассеты с пусты побросали. Такого конца они точно не ждали. Но парни рабочие их побеждали. Ba-b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 a